Харьковская, 52А. Этот угол заделали. Вот. Все сыпется. Опять трещина пошла. Все, выбежали люди, кричать уже начали. У меня соседка кричала: тетя Ира, давай, выходи быстрее. А я выскочила следом. Она: тетя Ира, смотри, дом складывается. Вот и выскочили все. Увезли бабушку старенькую и мужчину какого-то. Люди жили на барховой бочке, мышеловка. И я говорю, меня поражало, на чем висит эта стена? Вообще, на чем этот дом стоит? Этот пар, это гниль, это все. И я вот честно говорю, через дыру было видно полы. На чем этот дом висел? Вообще непонятно. Это началось 3 года назад, когда начали блоками вываливаться кирпичи, блоками. Я говорю, через дыру было видно стены. Ой, говорю, стены, полы видно было. Вообще не представляю, как люди живут. Ногу высунь, нога пешком заходить не может было. И писали, и звонили, и через администрацию. Бесполезно. Один неизвестный еще. Где-то потерянный. Может быть, дома нету, может быть, не пришел, может быть, завалил. Еще пока неизвестно. Ну, это опять же все слухи. Неизвестно. Может быть, кто-то есть, может быть, нет. Поэтому раскопки ведут. Мы понять не можем. У нас трепещет под ногами. Все кренит, все мы понять не можем. У детей шок, мама, что такое, я не знаю.